Как усовершенствовать бизнес-процессы и создать комфортные условия для граждан при получении государственных услуг? В Атырауской области проблемные вопросы рассмотрели члены мониторинговой группы при агентстве по делам государственной службы и противодействию коррупции. Подробности у нашего регионального корреспондента Виктора Сутягина. Встречаясь с жителями города Кульсары, основной акцент члена мониторинговой группы сделали на механизмах, позволяющих повысить качество государственных услуг, снизить уровень коррупции. В первую очередь, необходимо активизировать общественный контроль, вовлечь в эту работу всех казахстанцев, вне зависимости от того, живут они в крупном городе или отдаленном селе. Это же происходит на наших глазах, это же из наших налогов, это на наши деньги происходит это воровство. Поэтому если они активны, если они не безразличны, если они хотят, чтобы у нас снизился уровень коррупции, чтобы их не было как проявление, то они должны об этом говорить, об этом писать. Члены мониторинговой группы побывали в Кульсаринском центре занятости населения, где разговор шел о мерах государственной поддержки безработным, о том, какими правами наделена эта категория населения. Во время посещения социальных объектов, это объекты здравоохранения, социальной сферы, объекты образования, либо центры обслуживания населения, мониторинговая группа будет на примере рассматривать качество предоставления государственных услуг гражданам нашей области. В планах мониторинговой группы посещение всех районов области, где они ознакомятся с тем, как сельскому населению предоставляются государственные услуги в сферах здравоохранения, земельных отношений, коммунальных услуг, побывают в центрах обслуживания предпринимателей, выявляя ключевые причины неудовлетворенности населения качеством оказываемых госуслуг и подсказывая, как это качество повысить. Виктор Сутягин, Темирлан Сутмагазиев, Амантай Матенов, Атырауская область, Хабар 24.